Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A13. И сейчас я покажу вам, как сделать скриншот на данном устройстве. Для того, чтобы сделать скриншот, нам нужно одновременно зажать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости на долю секунды буквально. И таким образом скриншот готов, как мы можем заметить, а найти мы его можем в галерее. Папки скриншоты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.